Значит, проклятие Петра Первого. Мы сегодня попытаемся обсудить, насколько Петровская модернизация была именно модернизацией. Почему? Потому что, когда говорят о необходимости проведения реформ, то тут же ставят возражение именно Петровскую реформу, что все реформы на Руси возможно быть только кровавыми, ужасными, страшными, и любая модернизация или развитие без крови невозможно. У нас получается два ведущих модернизатора. Это первый Петр Первый, разумеется, он первый, а второй Иосиф Второй, то есть Иосиф Виссарионович Сталин. Вот. И этот вопрос как бы не обсуждается. То есть всегда оказывается в Туне так, подобного рода утверждение, что Петр Первый был величайшим модернизатором российской истории, и что он, именно он, вытянул Россию из страшного азиатского прошлого в светлоевропейское настоящее. Что такое модернизаторство в данном случае? Вот я сейчас вот это и хочу сказать. Я вообще очень люблю это различение между модернизацией, модернизмом, постмодернизмом и всем прочим. Я считаю, что оно ничего не описывает. В каком смысле Петр Первый действительно осуществил на Руси модернизацию? Ну, вроде бы, в каком-то смысле он ее осуществил. Строились новые заводы, был основан Петербург, была создана бюрократическая машина, равная, слизанная с тогдашней передовой шведской машиной бюрократической, военно-бюрократической, и так далее, и так далее, и так далее. Но, значит, почему нам очень это интересно? Потому что в настоящий момент считается, что никаких реформ мы в России не нужно. Ну, потому что это страшно и ужасно. У нас есть лихие 90-е. С другой стороны, Егор Тимурович Гайдар тоже апеллировал тому, что какое-то количество людей должно было просто умереть от голода в результате шоковой терапии. То есть либералы конца 80-х, 90-х годов тоже полагали, что всевозможные реформы должны быть для страны совершенным образом болезненны. Но насчет смерти людей, Гайдар, это значит, вы ни в каком источнике такого не найдете. Хорошо. Но это несерьезно просто. Хорошо, хорошо. Значит, ему это приписывают? А? Значит, ему это приписывают? Это, вот там, это враги ему приписывают. Если открыть Гайдара, и Гайдар вообще не мог в силу своего образования, интеллекта, даже такое, там, не то что сказать, предположить, это просто даже и повторять некрасиво, на полном серьезе. Да, то есть вы предполагаете, что он очень ограничен был, не мог себе такого представить? Нет, просто это один из образованнейших культурных людей. И сильно пьющих. И сильно пьющих. И вот как раз это его была забота о том, чтобы накормить страну. Я подозреваю, Гитлер тоже был очень образованный и культурный. Картины писал. Это одно другому не мешает. Но... Ну, в любом случае, у нас после Петра Первого есть некий стандарт. Стандарт состоит, что есть костная масса, то есть азиатская Россия, которую надо вытягивать к светлому будущему. И это связано с многочисленными жертвами, что реформу можно осуществлять в стране только путем кнута, дыбы и других несложных способов. Дело не в этом, на самом деле. Давай, как бы я выскажу мысль. На самом деле мысль состоит в том, что для того, чтобы всякая реформа, всякое движение делается за счет кого-то. Угу. В принципе, это потому что есть ограниченное число ресурсов. Да, это правильно. Мы можем как бы взять эту какую-то часть ресурса и использовать его, но да. Значит, кто-то должен пострадать. Да, конечно. Это совершенно верно. Поэтому точка зрения на Сталина, почему он сейчас так популярен, потому что считается, за счет чего могут быть происходить сейчас реформы. Но в сталинское время считалось, что за счет значительного рода ущемления так называемой элиты. Они происходили, они не за счет народа, хотя и за счет народа тоже. Ну, поэтому давайте посмотрим, действительно ли были, Петр Первый занимался модернизацией России, или это была самая настоящая реакция. То есть реакционером он был, самым что на есть настоящий. Давайте на него взглянем, посмотрим, какими ресурсами на тот момент он обладал. Это нам очень важно представить себе. Это, я не видел это, пожалуй, что ни в одном учебнике истории, кое-где это упоминается вкратце. Но все об этом как бы забывают, что на тот момент Россия успешно двигалась в сторону явления на монополию на производство стали, то есть на производство, конечно, чугуна в первую очередь. Это стали обычно зарабатывали уже в Западной Европе. То есть ситуация складывалась следующим образом. Уголь на тот момент люди не знали, как использовать для выплавки чугуна. По той простой причине, что он содержал слишком, настоящий уголь, содержал слишком много серы. И когда его использовали для выплавки чугуна, конечный продукт оказывался очень хрупким и никуда не нужным.
Поэтому для производства чугуна нужно было использовать только древесный уголь. То есть брать дерево, нагревать его, обжигать при высоких температурах, превращать древесный уголь и потом использовать при производстве чугуна. На тот момент Россия по понятным причинам являлась уже практически монополистом подобного рода деятельности. Почему? Да потому что большая часть лесов, пригодных для производства стали, в Европе на тот момент была изведена. Ну просто, практически на корню. Вот это сейчас одна из интересных историй, что даже деревья старше 200 лет в Европе встретить очень сложно. Она действительно была изведена. И на тот момент даже в центральной части России с лесами уже было достаточно туго. Это слезная история у Алексея Толстого в романе «Петр I», когда под Тулой два захудалых мужичонка, на захудалой лошадке тянут какое-то захудалое бревнышко. И тогда царь-реформатор говорит, что вот нам надо идти на Урал, на север. И в самом деле лес тогда вот в этом смысле являлся стратегическим ресурсом. Поэтому уже в середине... Выигрышным для России. Выигрышным, абсолютно. И у кого нет, это нас... сейчас странно представить, но нам Русь того времени представляют как некое отсталое государство. Но на самом деле, по ситуации на середину 17 века термин «кацап» был равноправен термину «щеголь». Была знаменитая Моложская ярмарка, на которую приезжали купцы со всего мира, в первую очередь за российским чугуном, то есть за сталью. За всем прочим, за продукты первого. Да. Они приезжали точно так же и говорят, что река Волга, в тот момент ее можно было перейти по скопившимся кораблям. То есть настолько их там было много. И эта ситуация чрезвычайно она верная. С той поры она совершенно не вяжется с той которой, картиной, которую нам рисуют в первую очередь немецкие историки времен Екатерины Великой. То, что где была дикая азиатская страна, которую надо было срочным образом модернизировать и улучшить, и сделать это можно было только с помощью иностранных специалистов. Иностранные специалисты действительно активно использовались в строительстве. Но использовались они следующим образом. Они использовались как в качестве гастарбайтеров. Они жили, конечно, в немецкой слободе, где-либо еще, но им платили за их труд. Мы немножко позже посмотрим, как, чем и как им расплачивался с ними Петр Великий. Вот, такова ситуация. То есть это государство, на тот момент Русь, обладало монополией на важнейший ресурс, от которого зависело все. В первую очередь производство стали, чугуна как важнейшего конструкционного элемента, оружия и всего прочего, прочего и прочего. То есть Петр I, получив власть над страной, получил доступ практически к неограниченному ресурсу, который не требовал уничтожение населения или кого-либо еще. Мы понимаем, что, например, у Сталина в его так называемую модернизацию такого ресурса не было. Потому что то зерно, которое единственное, по большому счету, могло быть валютой того времени, не было столь неограниченным ресурсом, и попытка его изъять приводила в том числе к массовому голоду и конфликту между властью и крестьянами Юга России, Украины, Казахстана, кого-либо еще. То есть у него как раз такого ресурса не было. У Петра I такой ресурс был. Еще до него при царице Софье были проведены армейская реформа. Были созданы полки иностранного образца. Их было много на самом деле. И только потом они были полностью закрыты и изведены в странное царствование Нарышкиных, когда Петр I был маленький. Поэтому говорить, что именно он создал армию, совершенно невозможно. Хочу заметить еще, кроме того, что в армии служили иностранные офицеры, но никто из них не служил на ведущих областях. Фельдмаршал, командующий войском, всегда это были российские офицеры, российское знание. То есть они использовались как спецы, но никогда не назначались на высшие Было политическое командование войсками, да. и было низовое техническое. Да. Вот такова ситуация. С другой стороны, крестьяне пользовались достаточно большой свободой, в том числе крестьяне, так называемые крепостные, могли уходить на отхожие помыслы и практически путешествовать по стране совершенно свободно. Они были именно крепостными, они не были холопами, они не были рабами.
Что сделал, обладая этим практически бесконечным ресурсом, то есть на тот момент, имея доступ к дешевому древесному углю и, следовательно, к дешевому чугуну, что сделал Петр Первый? Он... Игорь Юрьевич, можно вас перебить, если вы вот на тему ресурсов закончили? Да. Да. Значит, ресурс, значит, чугун. Насколько я помню по истории экономики Российской империи, то Петр Первый начинал, и в том числе строился порт в Петербурге для того, чтобы был постоянный подвоз чугуна из Англии, из Европы. Но к концу царствования Петра оказалось, что порт Петербург оказался не импортером, а экспортером. Так что до начала... Я не знаю таких фактов. Я все время слышу про Лен и Пеньку, про Пеньку и Лен, и Корабельную сосну, но это не так. Это был чугун. Я помню эту статистику. У меня, правда, только по концу Петровского времени мы действительно на тот момент чугуна производили уже в 4 раза больше, чем Англия. Да, вот этот скачок, вот перелом... Значит, я могу сразу же скажу, что произошло, по большому счету. Произошел очередной технологический прорыв. В 1730 году было изобретено коксование угля. То есть брали каменный уголь. Петр уже умер. Да, безусловно, да. Брали каменный уголь, его смешивали с негашенной известью и нагревали. В результате оттуда уходила сера, и получившийся кокс можно было использовать в производстве уже. Привело это к совершенно понятной вещи. Себестоимость стали, в том числе чугуна, она упала. Плюс Англия, которая обладала на тот момент большими запасами высококачественного каменного угля, коксующегося, оказалась, безусловно, в фаворите. А все наши заводы, построенные Петром Первым, в первую очередь в Оланце, в всех остальных местах, в Оланецкой губернии, они были со временем закрыты. По той простой причине, что производство угля, чугуна, основанного на древесном угле, стало нерентабельным. Более того, уже к началу 19 века ситуация принципиально изменилась. Мы понимаем, что когда у нас два населенных пункта связаны между собой морем, то есть можно плавать на кораблях, они гораздо лучше связаны, чем если бы даже в десятки раз меньше расстояния пришлось бы идти на телеге, то есть по дорогам. Себестоимость производства это был гораздо... Потому что водоизмещение большое. Да, водоизмещение большое. И быстрее, и так далее. Уже к 19 веку это привело к странным вещам, когда стоимость чугуна, привозимого из Англии уже на тот момент, а в Петербурге казалось в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем на Урале. Вот. Это вот такая вот это была странная вещь. То есть экспортировать его оказалось более выгодно. То есть модернизация была там, а не у нас. Оказалось. Да, то есть смотрите, как ситуация. Конечно, Петр Первый эти вещи предвидеть не мог, а никто их и на тот момент не предвидели. Он получил Россию в ситуации максимального рода изобилия. Но когда определенного рода технологический уклад и фактическая монополия России, на тот момент сформировавшегося на производство чугуна, она уже заканчивалась. То есть произошел технологический скачок, и после этого нам ничего не оставалось, как закрыть все эти металлургические заводы, работающие по старой технологии. По поводу того, как досталась Россия, нет ли здесь еще пункта, связанного с дешевой рабочей силой? Вот. На тот момент российская рабочая сила не была дешевой. Поэтому если Петр Первый мог себе позволить уничтожить десятки тысяч людей. Да, и она не была дешевой. Да, да. И она при этом. Мне кажется, это все-таки дешевое. Что при строительстве Санкт-Петербурга использовалась рабская сила. Да. Нет, вы используете крепостные. Значит, что сделал Петр Первый? В первую очередь было подписано знаменитое постановление, по которому крестьянин, оказавшийся от своего места, которому был приписан, от своей земли на расстоянии больше 30 верст, считался беглым со всеми зверскими вещами, которые это сделал. По сути, Петр Первый, именно он начал превращать крестьян, вот тех свободных, связанных хотя определенного рода вассальной зависимостью, бесправных рабов. То есть теперь они уже от своего места куда-то идти не могли.
том числе их массово приписывали, в том числе и к заводам. К заводам, ко всему прочему. Так была решена проблема бесплатного рабочей силы. В результате петровских реформ мы знаем, что население России сократилось с 13 миллионов до 10 миллионов. Вот. Это вот он и решил. То есть усилия, которые он принял, хочу ваше обратить внимание, были не модернизационные, а контрмодернизационные. Тогда, чуть позже, то есть во времена эпохи Просвещения, особенно это ясно в работах Фихте, «Фактах сознания», единственным состоянием прогресса считалось увеличение свободы. Вот больше у тебя свободы становится, то у тебя, значит, и прогресса больше. Вот так. Свобода, при том, понималась во всех смыслах. Материальных независимости, политических правах, что-либо еще. Почему мы сейчас об этом забыли, но почему мы на Руси забыли, я примерно представляю. Я опять возвращаюсь к ситуации вот этого каменного угля и коксования его. Смотрите, здесь очень трудно не увидеть аналогичную вещь с Россией сегодняшнего времени, да? Почему ее не увидеть? Потому что у нас тоже есть мощный ресурс, хотя мы не являемся монополистом, это нефть и газ. И есть такое ощущение, что эпоха нефти и газа подходит к концу. Еще уран. Ну, уран. Уран фигня. Уран везде есть. Ну, во многих местах. Россия является основным. Нет. В России вообще ничего нет. У нас одна Одна шахта осталась, да. Все, ничего нет. В Иркутской области и все. Да, у нас с ураном плохо. То есть его можно поискать? Но теоретически, но поискать и добывать, но его нет. Разведанных месторождений, по-моему, нет. Вот я боюсь утверждать это. Нету, да. Одна шахта, урана нет в Российской Федерации. Нет, а просто может быть разведанные, но по каким-то причинам не разрабатываемые, но, по-моему, даже разведанные. Нет, если вырастет цена на уран, то... В Украине есть? Смотрите, там уран на самом деле в мире есть. Если действительно резко вырастет цена на урановое топливо, скажем, в 10 раз, то те вот месторождения, которые есть в России, которые сейчас нерентабельно разрабатывать, станет разрабатывать рентабельно. Но сказать, что он является монополистом, нет. По сравнению с канадской себестоимостью добычи урана и австралийской, особенно австралийской. Проблема в том, что построенные атомные станции, они строятся под определенный тип ядерного топлива. Количество построенных атомных станций на основании советских проектов в ближайшем окружении России очень большое. И с этим они просто не могут сложность перейти на другое урановое топливо. Ну, сложность. Будем покупать сырье в Австралии и в Канаде. Там Росатом является собственником определенного рода урановых добывающих мощностей, привозить сюда, да, перерабатывать и продавать соседям на Украину. Да. Это понятно. Но я хочу обратить внимание. То есть ситуация очень, очень похожая. То есть если, да, представьте себе, мы сейчас все напряжемся и настроим наших газовых нефтяных труб и направо, и налево, и на юг, и на север, то что мы с ним потом можем сделать? А потом на них можно будет кататься на роликах внутри. Точно так же, вот он построил это, значит, оланецкие заводы, все вот этот оланецкий куст, да, почему там леса рядом много. Их было счастливо. Потом произошел перерыв, и кто сейчас у нас оланец? Мелкий провинциальный город. А тогда были передовые машины стояли на нем того времени. Просто я вам говорю, ну, что у нас, да, Вова Товкин, он у нас родился в городе Аланце. Вот тогда была не Карелия со столицы Петрозаводске, а была Аланецкая губерния, куда входила часть еще Архангельской области нынешней. То есть достаточно. Там было заводов, что несколько заводов построили? Да, несколько заводов. Ну вот было три, и там по окрестностям тоже. Вот, такова, значит, ситуация. То есть, теперь посмотрим на эту ситуацию, которая опять похожа на ситуацию наших дней совершенно, с точки зрения создания элиты. Всегда, когда у тебя верхушка приходит к власти, она не может удержаться сама, не опираясь так называемую элиту. Если ты вырос из, что называется, от народа, когда у тебя есть старый боярский класс, дворяне, что-либо еще, тебе создавать эту ситуацию не нужно. Петр I создал то, что называется элиту. Если раньше этим гастарбайтерам, то есть, скажем, французским офицерам платилась только определенного рода зарплата, то теперь немцам, голландцам, французам, шотландцам на Руси давались в собственность большое количество земель с прикрепленными с ним крепостными.
уже на тот, согласно Петровской реформе, уже фактически рабами. То есть было создано само понятие элиты, той, которой, как ни странно, были бояре, были дворяне, были стрельцы, до в Петровского времени не существовало. Очень сложно здесь не провести опять действительно аналогии с нашим временем, когда определенная группа людей захватила, приватизировав значительную часть собственности страны, стала проблема ее удержания, о чем решал Владимир Владимирович Путин. И действительно, и была попытка достаточно успешная создать из целого класса охранников, ну, потому что когда у тебя в экономике, у тебя что самое главное, в нефтяной, у тебя самая главная труба. Да? А кто тогда самый главный человек? Не тот, который на вентиль качает, их мало, а тот, кто эту трубу охраняет на всем протяжении. И вот была сделана попытка из охранников создать новую элиту. Эта ситуация абсолютным образом удалась. Это политика последовательная. Мы это вопрос обсуждали. Вот, например, в Федеральном университете один из помощников ректоров, сейчас или проректоров уже, фигурант дела Диссернета, бывший офицер МЧС, генерал МЧСовский. Он защитил фальшивую диссертацию, и вот сейчас там является что-то кем-то... Очень много военных ушло в университет. В университет ушло, ну вот это, да, даже это. И вот был создан специальный класс. И там точно... Но они там в какие функции могли? Они выпускали... Политические. Да, политические. Они в функции вот этого определенного буфера между группой, приватизировавшего государственную собственность. Да, ну, фактически, да. Ну, вот именно вот элита вот такая. Институт комиссаров как раз был создан в России. Как это создал по большому и Петр Первый. То есть мы... Эдгар Казань тоже, да, он же привлекал в качестве комиссаров, так сказать, тех людей, которые были им преданы безоговорочно. Иностранцев. Даже в основном иностранцев. Не иностранцев. Иностранцев и выходцев из этого, из подлого звания. Да, а иностранцы у него служили в качестве специалистов, которые, что называется, строили там или еще что-то. Нет. А общую политическую и контроль над этими иностранцами осуществляли местные, именно... как раз из подлого звания. Нет. И в основном все, что это было вот у него, значительная часть, это были вчистую иностранцы, учившиеся говорить здесь по-русски с каким-то трудом и после этого. У него, если раньше всегда политическое руководство армии, то обладали русские, а они были здесь в качестве военспецов, привлекались. Ну, конечно, да, тут уже, там, не знаю, Сулу, это уже, наверное, не Петр Первый, это уже потом, то есть, я понимаю, что после Петра уже традиция, ну, пошла, там тоже Суворов, он же не обладал никакой властью, кроме как на своей это ты уже, так это уже, которые, ты, которые воевали. Ты отступил уже на 80 лет. Ну, я понимаю, я имею в виду, что это, ну, не, просто произошла, тот самый, произошла передача традиций, и просто дальше это проявилось в более явном виде. Что как раз те, кто непосредственно на местах осуществлял некую деятельность, они как раз были звания невысокого, там, не знаю, там, какие-нибудь обедневшие дворяне, там, какие-нибудь еще не обладавшие какими-то этими самыми большими способностями и связями, но которые были сильно специалистами. Ну, хорошо. А над ними стояли, так сказать, генерал-губернаторы всякие и так далее, которые абсолютно не понимали, в чем дело, но зато были беспрекословно преданы и осуществляли политическое руководство и политический контроль. Так сказать, напрямую, там, не знаю, от царя или царицы. Обедневшие дворяне появились после указа о Волинских дворянских. Да, да, да. Это позднее. Я понимаю, но вот сама тенденция. Не могу же произойти, так сказать, что называется, вот в один день было так, потом на следующий день по-другому. Началось то с Петра, то есть он начал привлекать в качестве как контролирующих органов людей из простого звания. Вот, там, не знаю, Россия молодая, там фильмы так сказать, очень хорошо показывают, да, да, что надо... привлекали, так сказать, знаете, чуть ли не батраков, которые преданы были царю, так сказать, и его идеям, да, которые контролировали всех иностранцев, контролировали там границу, контролировали продажных, так называемых. Это кино, да. Кино, не кино. Но на самом деле серьезно, это значит, кино. Приводить. В качестве исторических фактов это... По-вашему кино, оно основано, так сказать, на каких-то вымыслах? Да. Ну да. Абсолютно. Это сталинский. Я об этом сейчас и говорю. Я об этом и говорю. Вы поймите, это привлекать Алексашку Меньшикова в качестве контролирующей организации, это примерно то же самое, что пускать козла в огород. Ну согласитесь. Ну так это и произошло. Подожди, а твой, так сказать, этот, тот, кто был этим, как он там? Рамадановский, но он же был русский. Да, но он же достаточно быстро умер в 17-м году.
Я же не говорю про известную это самого-то фамилия вылетела. А не, ну если вспомнить времена Грозного, ведь Грозный боролся с знатью, которые были там боярской знатью, и привлекал дворянскую знать. То есть он и создал дворян, то есть те, кто при дворе. И вообще говоря, если посмотреть, и даже европейские страны, там же одна и та же логика, когда уничтожалась знать, которая имела какой-то... Феодальный, но в смысле по крови знать уничтожал и привлекал знать, которая была обязана государю согласно какому-то возвышению. Здесь в основе было, конечно, не дворяне никакие, а были пришлые иностранцы, которым дарились десятки поместий. Да нет, просто из них и делались дворяне. Что такое дворяне? Это как бы дворовые. Вот, например, смешно же сказать, на самом деле, что там какой-то конюшенный, да, конюши какой-то там у государя, да, он имел какую-то огромную власть, да, там, там повар какой-нибудь, там, еще какие-то нет, там. Конюши, повар, это фрейлины там и прочее. Сокольничий, конюши, это все титулы, ну, типа того, что я понимаю, премьер-министр, там, министр, это просто другое наименование титула. Нет, это не другое наименование, это просто близость к царю определяла их положение. Скажем, ты иностранцы, то есть у нас весь Петербург построен иностранцем. Архитектора. Да нет, нет, не надо так. Ну, гибать, не надо. Значит, один два архитектора не означает. Основная масса построена, так сказать, архитекторами, которые были выписаны из Италии, значит, Франции. Франческо Растрелли. Кто? Русский или итальянец? Итальянец. То есть это говорить об этом, что... Слушай, по-вашему, если он здесь уже значит, русский, он выписан, откуда он приехал? Очень хорошо. Где он, где он обучался архитектуре? Он уже здесь обучался, это сын отца, приехавшего сюда. Ну, хорошо, и здесь он учился в архитектурном этом самом? И здесь он получил основу архитектуры? Да, Россия, многонациональная страна. И построил дворцы, которые являются копией итальянских... архитектуры. К нам приезжали иностранцы, потому что у нас было легко выслужиться и добиться. Мы платили больше. Заработать, да, больше. Ну вот с Петровского периода это изменилось. И до Петра платили. Во время Петра превращали ребят, по большому счету, уже дарили им за их как бы преданную службу, уже не деньгами платили, а платили тем, что превращали их в местную российскую элиту это десятками тысяч крепостных. Я задумался, почему. Есть же логика определенная, почему это происходит. Потому что как ты сделаешь так, чтобы этот иностранец отпустил корни в России и больше не уехал к себе? И не думал там о каких-то там родственниках, которые остались и прочее. Дать ему здесь землю, чтобы он уже здесь пустил корни. Зачем он здесь нужен тебе? Нет, как зачем нужен? Ну, может быть... Тебе же нужны, не он нужен, тебе нужен его навыки, которыми он обладал. Смотри, как бы... Ну да, разница есть в том, что ты привлечь иностранцев... Ребята, немножко, давайте на эту кучу что-то не свалить. Я просто объясню, почему. Просто мне кажется, что правители тех времен считали, что материал вот этот человеческий, западный, он чем-то качественнее, чем местный. Я уж не знаю, как это они определяли. Так безусловно. Раз ли они определяли или еще как это делали, это уже не важно. Важно то, что они считали, что вот те люди, там, англичане, там, немцы, французы, они чем-то, так сказать, существенно отличаются от местного люда. Вот и все. Ну, невозможно было набрать местных, как бы то, что назвали бы менеджеров высшего звена. Их искали на Западе. В какое-то время у нас в государстве, когда случился развал СССР, точно так же менеджер высшего звена искали на Западе. Так вот, Алексей Михайлович, по большому счету, он тоже эффективно привлекал менеджеров высшего звена, не высшего. Он их привлекал, но они оплачивались... Хорошо просто оплачивались их услуги. Ну, и поэтому они ехали. В нашу страну даже... Ехали. Хоккеисты получают больше, чем они получали бы... Так вот, ситуация была бы, смотри, приехал Халк, мастер много мяча, то есть футбола. Он получает очень высокую зарплату. Ну, больше, чем он получил в любой стране. Да, это ситуация Алексея Михайловича. Теперь ситуация Петра Первого. Приехал Халк. Подарили ему имение с 10 000 крепостных в одном месте, имение с 5 000 крепостных. И еще зарплату установили. Вот политика Петра Первого. Да, чтобы он остался здесь, пустил корни. Зачем тебе? Халк, он играет до 31-32 лет в футбол. После этого никому не нужен. Зачем, чтобы он тебе пустил корни? Чтобы маленьких Халков наплодил. Ага. Чтобы они потом дальше футбол у нас развивали. Стоит заметить, что сейчас ситуация симметрична той, о которой рассказывает Булат. Нынешние правители считают местное население менее качественное, чем пришлое. Ну, пришлое это у нас
в Средней Азии. Да, я тоже хочу и сказать. Кавказ. Это было бы вот точно так же. Это бы ситуация была. Вот сейчас приехал узбек, он на стройке работает. Вот это нормальная ситуация. Теперь петровская позиция. Приехал узбек, работает на стройке. Ему подарили эту деревушку с 30 крепостными и поставили над них помещиком. Вот эта позиция Петра Первого. Хорошо. Одно слово. А знаешь, кто приезжает оттуда сюда, вот все эти узбеки и прочее? Приезжают как раз лучшие люди. Да. Как раз, да? Мы как раз это выгребаем из этих стран лучших людей, которые дисциплинированы, которые умеют строить планы, которые умеют на чужой территории так, найти себе жилье, как бы, найти себе работу, дисциплинированно работать и так прочее. Деревушку-то им зачем с 30 крепостными? Нет, ну, не совсем так. Вообще, вы знаете, откуда узбеки в Питере и в Москве? Откуда? Из Самарканда. А в Твери из Бухары и Хорезма. И по-другому быть не может. Здесь из Бухарски здесь не появится. То есть они у себя, да, поделили, как дети лейтенанта Шмидта, Россию. Вот. И ездят по направлениям. Ну это нормально? Совершенно. Ну а что такое? Это как политика колонизации. Это хорошо. Игорь просто дальше хочет развить ситуацию, связанную с тем, есть отличия. Почему эти отличия и откуда это взялось? Не, я хочу сказать, что усилия под видом модернизации, усилия Петра Первого носили контрмодернизационный характер. Они приводили к уменьшению свободы, закреплению крепостных, созданию элиты, которая принципиально, даже по своему происхождению, по своему языку, отличалась от местного населения, раздавание ему этих самых крестьян в крепостные, его попытка построить шелкопредельные и остальные заводы была неудачной, по той простой причине, что они делались на рабском привлеченном труде, приписывание крепостных. И после этого, после очередного технологического скачка, они, значит, эти вещи, эта промышленность просто прекратила свое существование естественным образом. По всякие мелочи, попытки подарить, например, Августу Сильному, точнее, попытки, удачные подарки Августу Сильному годового бюджета Российской империи того времени, я уже молчу, все остальные вот вещи. Ему часто делают заслугу то, что он построил Петербург. Но это совершенно неправильно, потому что на тот момент залив, который здесь назывался, он назывался Санкт-Петербургский. Здесь существовало две большие крепости. Да? Нейшанс и что? Да, Нейшанс и Кронверк. На одном берегу Нейшанс, на другом стороне Кронверк. Между ними была распаханная территория. Это был один из крупнейших на тот момент шведских городов уже. И так далее, и так далее. Именно там, где Невский проспект, там и были значительная часть поселения вот этого Нейшанса. То есть вот эта самая вещь. Что делал Петр Первый? Он делал имитацию. То есть прорывались каналы, строились деревянные дома. Деревянные дома внутри красились, облицовывались под камень. После того, как власти пришел Петр Второй, столица была перенесена обратно в Москву. Современники того времени описывают, как стояли брошенный город, дома с обвалившимися крышами. Если мы действительно посмотрим, по-моему, здесь есть только один дом петровского времени. Даже, как ни странно, легенда, которая не выглядит очевидной, что собор Трезини был построен уже фактически, вот собор Петропавловской крепости, был построен фактически уже над мертвым саркофагом мертвого Петра Первого. То есть он на тот момент еще не был построен, он был захоронен в начатом, но незаконченном здании. И мы видим, в ситуации войны был знаменитый прусский мир. Значит, после того, как Петр Первый попал в плен, его оттуда выкупали. Следующим образом. Есть красивая легенда о том, что Екатерина заложила для этого все свои драгоценности. Его выкупали. Фактически весь юг России, на тот момент большим трудом завоеван, отошел обратно к туркам. Там и существовал в том числе и указ о том, что Петербург, то есть Петропавловская крепость, должна быть срыта. Этого никто не знает, была она срыта или нет. Мне это очень интересно узнать. Потому что она строилась по последней поверхности этого дерева. Она не была каменной, она не имела башен. Она была земляной. Это была земляная насыпь, на котором сверху были установлены орудия. Вот тогдашняя. Она была по тогдашней уже моде, защищала себя бастионами, а не башнями. Вот это его ситуация. То есть и население России сократилось с 10 до 13, с 13 до 10 миллионов человек. Это при тогдашней рождаемости. То есть его все усилия
были откровенно контрмодернизационными. Они были направлены против свободы, они были направлены по пути закабаления народа. Почему из него, именно вот из этого царя-дебила, неудачника и всякого прочего сделали великого императора? Ну, это же понятно. Понятно, да. Екатерина это... делает из своего отца как бы... Не отца. Почему отца? А кого? Екатерина. Из мужа. Великая. Из мужа? Нет, Екатерина Первая, я хочу сказать. Екатерина Первая, да. Но Екатерина Первая к этому не приложила. Екатерина Великая к этому, конечно. Екатерина Вторая. Вторая создала миф о Петре Первом. Потому что была немецкая династия на российском престоле. Для того, чтобы обосновать как бы, собственное величие, нельзя да. себя прославлять. Надо прославлять свою предшественницу. Да, то есть человек... Даже как и Сталин, да, да. опирался на Петра Первого. На прославление Ленина. И на Петра Первого. Ветерана. Да, именно Петр Первый и тогда, вот тогда его придворный писатель Алексей Толстой пишет свой роман. Это известная история, да. Ну, конечно, в этом смысле же любой государственный правитель сильный, да, он пытается создать некоторую мифологию, которая подкрепляет его собственную власть. Поэтому было весьма логично для него попытаться найти фигуры, из которых этот миф можно было бы лепить. Этих фигур ровно две. Иван Грозный, который выстрелил в меньшей степени, я думаю, по случайным обстоятельствам, просто потому что Эйзенштейн сделал не лакейское кино про Ивана Грозного, а высокохудожественное. И там получилось, что из этой штуки она, конечно, прекрасна, но миф получается плохо. Алексей Толстой грамотно, ремесленно состряпал, так сказать, конфетного такого Петра Первого, который до сих пор живет и процветает. Вот. И, ну, что, нормально. Ну, и Пушкин же к этому руку приложил, да? Да, да. Он получил за историю петровские времена, он туда, когда начинал писать, был, по большому счету, фанатом Петра Первого, но после того, как он изучил эти документы. Угу. Вот. Ну, говорят, например, что Пушкин видел отречение Петра Первого от престола после Прудского похода. Чего? Видел отречение Петра Первого. А, видел. Документ? Документ видел. А. После этого никто его не видел, а он документ этот видел. Говорят в том числе. И вот. И смотрите, почему я говорю это о Петре Первом. И вот этот самый миф о Петре Первом, как о великом царе-реформаторе, который ведет страну, который жестокий и ведет костный российский народ к процветанию чего-либо еще, к реформам, он до сих пор живет. И над всеми реформаторами, над всеми попытками он до сих пор давлеет. У нас возник, то, что называется, обратный карго-культ. Напомню, что такое карго-культ. Это когда... Было в океане, американцы устроили аэродром и летали оттуда бомбить японцев. В том числе местному населению доставалось очень много всяких ништяков. Ну, как то Кока-Кола, красивые обертки от печенья и так далее. Им эта жизнь очень нравилась. Ну, а потом война закончилась, американцы улетели. И что сделали эти полинезийцы? Они построили из дерева и досок, и бревен, некий муляж этого самолета, в надежде, что американцы вернутся, и обертки от печенья по-прежнему будут с ними. Здесь тоже точно так же ситуация. Единственное, что всего этого запомнили, что типа, были репрессии, что он был жесток, что но он был замечательным. Вот. И поэтому любые... Странный действительно такой антагонизм, связанный с тем, что все признали, что он жесток, уничтожал, гнобил людей, тот самый, и тут же признают, что в этом его величие. Не в этом, а в том, что он типа страну модернизировал. Ну, иначе, да. Иначе ее было нельзя. Не никто не признавал, что это вот советское время, вот в 60-е, 70-е годы, что при Петре Первом, значит, было уничтожено население. Я хочу сказать, что я в журналы «Вопросы истории», там, наверное, только в конце 70-х или 80-х годах там была единственная статья, в которой вот историк обосновывает и приводит цифру, что вот за царствование Петра было уничтожено порядка 3 миллионов. Ну, то есть произошла убыль населения Российской империи. Я и говорю, этот антагонизм, он и удивительно, что с одной стороны он уничтожил 3 миллиона, и все это знают,
А с другой стороны, нет, все считают его, не знал. А все считают его модернизатором и, так сказать, человеком, который создал Россию и продвинул вперед. То есть получается в некотором смысле связь. Да, чем больше ты уничтожаешь, да, тем больше ты становишься. Да, да. Вот в этом миф и состоит. Петровский миф в этом и состоит. Я хотел бы возразить, по-моему, вот по поводу. Или наоборот, модернизм не может быть без уничтожения. То есть по поводу подсчета количества жертв. Ведь, по-моему, Петр провел налоговую реформу и ввел подушную подать. И на основании как раз сбора подушной подати и удалось сосчитать количество. То есть количество населения до Петра, оно было попросту оценочно. Ну, никто не отрицает того факта, что на строительстве Санкт-Петербурга погибло немеренное количество людей. Это вот факт не отрицается. Ну, немеренное, это все-таки как бы эмоции. Ну, и немеренное, и в том, связанное еще с тем, что, так сказать, работали и жили они в ужасающих условиях. Это все признают. Да, да. Никто не думал о том, чтобы им там хорошо как-то жить и так далее. Главное было построить. Да, напряг был сумасшедший. Напряг при нем был сумасшедший. Но этот напряг и этот сумасшедший был никуда. И теперь у нас любая попытка совершить любые реформы всегда сопровождается определенного рода напрягом. Все думают, так, блин, какой напряг. Но опять же, если посмотреть наше время, то есть чем хуже у нас в России становится, тем, грубо говоря, тем преданнее становятся наши люди, говоря о том, что зато мы духовные. Еще можно добавить к напрягу еще нашествие инородцев. Это обязательное условие модернизации России. Давайте я не знаю. За защиту Петра сделаю. Да. У вас такое, у меня такое впечатление сложилось, что вы все держите вот этих вот развитых у нас в России патерналистских каких-то этих мнений о том, что вот есть какой-то правитель, он берет и как рулит, как хочет, как бы, и он виноват в том, что народ там погиб, здесь погиб. Как будто бы один человек в истории, какую бы он власть ни обладал, вот имеет такую волю и силу. На самом деле, если быть объективными, на самом деле, у нас, возможно, все, что тогда происходило, ну да, это среди прочих, как бы наверху был Петр Первый, да, и возможно, как бы он свою лепту внес. Но на самом деле была разбалансировка системы. И ты ее как раз хорошо показал, что на самом деле это был слом старого этого уклада и переход на новый. И возможно, вот и точно так же, как и при Иване Грозном. А где же расклад этот? Слом старого, переход на новый-то произошел. Ну, ты сам рассказывал. Регулярная армия. Ну, так и регулярная армия и при царе. Подождите, ребят, я просто считаю, что на самом деле, если подходить к истории более как бы безэмоционально, как бы более хладнокровно, то на самом деле надо понимать, что, возможно, фактором вот всех вот этих вот вещей явилось то, что Россия оказалась в таком положении там. И надо было напрячься вот как-то там, не то, что Петр кого-то напрягал, а уж так не, иначе ничего нельзя. Нет, было смотрите, сделать, возможно. Смотрите. Это не какая-то прихоть отдельного человека. Да, безусловно, безусловно. Историческая что... необходимость. Необходимость да. Историческая была, но как это было по большому счету сделано? Эта историческая необходимость, она не требовала никаким образом... Ни... Это мы сейчас говорим. Это именно так. Потому что практически все, что было сделано, ну какой смысл было в искусственном навязывании европейского платья? Убление бороды, всяких прочих. Игорь, это чистая блажь. Это все понятно, что какие-то вещи были блажью, точно так же, как сейчас какая-то... И эта блажь зависела именно от личности Петра Первого. Сейчас покупать Петра какую-нибудь расфуфыренную машину потом, и там еще какие-то вещи, там, делать шкаф для этих, для шуб там, и прочее, тоже точно такая же блажь. Ну как можно, указывая на них, думать, что в этом вся сущность? Ну да, было много блажи, так было много им, именно за то, что именно за это отвечает сам Петр Первый. Сам Петр Первый. Естественно, за что-то он отвечает, потому что вот, он был наделен своей властью. Да. На самом деле проблема состояла в том, что государство находилось в каком-то вот таком разбалансированном положении. Не было оно в разбалансированном положении. Но ты описываешь, вот посмотри, как ты описываешь ситуацию, что было хорошее, светлое государство, все было хорошо, пришел плохой Петр. Да. И начал все рубить и ломать. Да. Но такого не бывает. Да. Вот именно такой бы не пришел там вот плохой правитель, он не может ничего разрушить. Потому что, я говорю, что один человек ничего не может. Как вот не может? Вот стоят две армии, одна под Нарвой. Известно, что подходит шведская армия, и здесь российская армия. Больше по численности, больше пушек, все так далее. Берет руководитель, царь, и бежит из этой армии за два дня до битвы, кидая ее офицерам, которые, то есть там француз ее возглавлял, которых абсолютно не уважают в эти войска. В результате российская армия
уничтожено. Все пушки достались противнику. Смотри, как бы я согласен. И что? Это хочешь сказать, что как... первый не отвечает за трусость, за собственность? И когда ты говоришь об армии, я на самом деле с тобой соглашусь, что роль главнокомандующей это велика. Но когда говорится о стране, страна, а не армия. Ну, эта битва, она была критичной, по-большому. Или Прудский поход. Может, она даже критичной была. Алексей Михайлович. Тот же самый Рамадановский, Софья, собирали даже... южные земли, каким образом собирали? Прошла эта армия дебилов, села на карьеры. Можно точно так же и Сталину менять вину, что вот он не успел там модернизировать армию, подготовить ее к войне, там какой-то ерундой занимался, в итоге мы понесли огромные потери. Там, да, мы ему меняем преимущество. Подождите, Александр, всегда можно найти на самом деле разного рода такие доводы, но если вдуматься на самом деле, возможно... Одна личность, она и не могла ничего успеть этого сделать. И нельзя это менять в вину. Возможно, что на самом деле ситуация такая была. И с армией это была ситуация. Какая ситуация была? Можно? Руководитель же сам подбирает себе, грубо говоря, подчиненных. Ну, это очевидные вещи. Вот по поводу фактов. Значит, сказка Гауфа «Каменное сердце», там персонаж, угольщик Питер Мунк. Ну, там сюжет, он сердце поменял на камень, и все пошло хорошо. Но он был угольщиком. И в Западной Европе тогда единицей топлива была корзина угля и вязанка хвороста. А в России, напомню, никто, наверное, возражать не будет, воз дров. Да. Ну вот, что это значит? Почему там вязанка хвороста и корзина угля? Это то, что можно притащить на спине. Ну, во-первых, уголь там по содержанию углерода по отношению к древесине, там сколько? 1:6, 1:8, да? Угу. Ну, больше. Вот, то есть это говорит о чем? О том, что в России, ну, помимо того, что древесины было много, еще и крестьяне были все с лошадьми. А в Европе такого не было. Ну, вот, поэтому... Крестьяне без лошади никуда. Да, в России без лошади, поэтому нам и не нужно было ни угольщиков. Ну, то есть практически каждый же зимой грелся как-то. Да, и дров хватало. Крестьянину не нужны были ни пушки, не нужны были ни корабли. И дров хватало. Поэтому, по крайней мере, лошадь не одна в каждом крестьянском хозяйстве была. Ну, по-другому быть просто не могло. Вот это вещи объективные совершенно. Да. Это еще прибавить к этому большие расстояния. Да, или вот еще про Петровское время. Город Архангельск, там были поморы, и они делали вот свои шитые лодки. И на тот момент вот весь север уже, берег Ледовитого океана, этими поморами был освоен. Именно, на этих самых лодках. Что сделал Петр I? Он основал салон корабельную верфь нового образца, чтобы делать голландские корабли непригодные для российских северных широт. Там, потому что те были такие на российские лодки. Округлый их, просто лед выдавливал наверх. Но он же этим не ограничился. Он что приказал? Приказал у всех крестьян лодки вот эти старого образца отобрать, а все, что строилось на тот момент на верфях вот этого российского образца, взять и уничтожить. Вот это его собственная эта вещь. Это привело к чему? К массовому голоду и всему прочему. Потому что там заниматься сельским хозяйством очень сложно было на северах. А если люди занимались рыболовством, их лишили всего этого вещей. А потом, чтобы торговля еще не занималась. Давай еще голод вспомним. Голодомор, да, на Украине там. Ну а с чем тебе голодомор плох-то? Как то пример? Самое. Нет, а чем он как пример-то плохо? А что ж, не было голода, что? Да. Нет, я просто имею в виду то же самое. Исторически, по-твоему. Да, это грубейшая ошибка руководства. А тебе не кажется на самом деле, вот видишь, опять грубейшая ошибка. А мне кажется, что это вот не было других путей. Приходилось было других путей. Еще раз говорю, приходилось платить ту цену. Ну что, в итоге мы все равно они не успели подготовить. Водевиль какой-то, слушай. Ну какой водевиль? Какой Да не Петр, про Сталина, ну там можно было про Сталина. Про Сталина то можно, конечно, с блатом. У нас преимущество было от 2-5 раз. Да я понятно, у нас во всем было преимущество. У нас сейчас лучшие ученые, лучшие самолеты, лучшие корабли. Да, только Гитлер. Только все не летает, падает и это гниет. Булат, ну что вы передергиваете? Я не передергиваю. Есть факты. Мне просто все поражает так, что вот было все плохо, да? Почему было плохо? Ну вы сказали свою версию. А потом, когда начнут критиковать, скажут, что было все хорошо, было много там, все было хорошо. А может быть перманентно было плохо, так как логичнее, чем было хорошо-хорошо, пришел какой-то правитель, идиот, и все испортил. Потом опять все хорошо-хорошо, другой идиот пришел. Мы, оказывается, живем в замечательном государстве, все всегда все хорошо. Просто правители плохие. Давайте, это и есть патерналистское мышление, когда нет. Какой-то один человек,
Он значит все. Он нет, ничего не значит. Это зависит. Короля делает двор. Mm-hmm. Ты сам миллион раз это говорил. Свита, делает свита. Это не в России. И у нас точно. Не, играет, играет. Реформы определенного западного образца, они были неизбежны. И Алексей Михайлович, и особенно царевна Софья их проводили, и проводили достаточно успешно. А он внес в это свой и этот замечательный, дебильно-садистский колорит. Да, вот заслуга Петра Первого. При любом, как бы, если взять и королей древних, как бы, европейских, и наших царей, всегда была эта кровавая вот эта вот часть. Она всегда была. И там головы рубили, и там на дыбу сажали, и у нас. Просто всегда надо разбираться, почему у нас-то, почему-то так получилось, ну, понятно, по причинам, по историческим, вот этот миф, где главными модернизаторами оказался царь-неудачник Петр, ставший великим, и значительно более успешный правитель, безусловно, Иосиф Сталин, безусловно. Но люди, при которых страна достигла... Почему они у тебя являются такими людьми? А можно я сейчас это... Подожди, я вам договорил. Люди, при которых страна достигла несравненно больших успехов, в первую очередь Екатерина Великая, а особенно Александр I, они находятся в определенном рода загоне. Ведь посмотрите, человек выиграл мировую войну, то есть войну 12-го года. После него Россия совершила громадное количество открытий. Вы, может быть, не знаете, но 3/5 всех открытий в Тихом океане совершили русские моряки. Да, было построено крепости и опорные пункты русских на Гавайях, в Калифорнии, ну, в нынешнем времени, Сан-Франциско, знаменитый Форт Росс. И так далее, и так далее. Антарктиду открыли? Антарктиду открыли, в том числе, я говорю про Тихий океан. И всякая вещь. Но, тем не менее, нам вот этого царя-неудачника, царя, все реформы, которые были или ужасны, либо они потом провалились, до сих пор предлагают в качестве идеала. И то говорят, есть, что... Что есть альтернатива руководству, которое да. сделало модернизацию страны более... скажем так, можно сейчас замечать? Менее, не знаю, кровавыми, более перспективными методами. Александр I приходит во власть путем переворота, да, он да. То есть менее кроваво, очень менее кроваво. Конечно, да. Не, я тебе просто хотел как раз здесь заметить, на самом деле, что почему-то... И нисколько ни в камеру не дебил. Почему-то, когда говорят об этих правителях, вы прекрасно понимаете, что это не их заслуга, это заслуга страны. А когда почему-то в минус... как говорят о стране, то сразу заслуга какого-то отдельного правителя, он плохой. Почему так всегда получается? Не, почему? Игорь говорит последовательно. Петр налепил больше ошибок, чем пользы, и поэтому плохо. Александр Первый сделал больше пользы, чем совершил ошибок и злодеев. Да, но он критикует. Совершенно последовательно. Я понимаю, но он критикует точку зрения, которая говорит, что другие это считают. Ты что говоришь, что вот, дескать, в одних случаях говорят, что страна хороша, а в других случаях говорят, что человек плох. Игорь говорит совершенно последовательно. Игорь говорит последовательно, но он ссылается и критикует других, которые как это говорят именно так, как я говорю. Можно маленько оптимизм добавить? Позвольте. Я сейчас сам заговариваю. Наш общий знакомый с Игорем, вот Саша Москвич, который с Игорем работает, он недавно, будучи в Стокгольме, обнаружил на улице памятник экзекутору бронзовый с плеткой синехвосткой. На концах там, это, ну, то ли свинцовые, а вот. Чтобы больнее было. Да, чтобы больнее было. И там написано, спасибо, что нас пороли, но вот смысл такой. И мы благодаря этому стали европейцами. Вот таким вот образом. Ну, великая инквизиция у них была, у нас же не было инквизиции. Нет, там не инквизитор, а экзекутор. Я понимаю, но это смысл. Памятник экзекутору с благодарностью за то, что многих из нас запороли, и вот теперь мы стали шведами. Вот он... Русских. Да, он в понедельник. Были русскими. В понедельник. Остались. Нет, в понедельник он опять полетит туда, и я попрошу, чтобы сфотографировал. Хорошо. Ну, можно не слишком. Я что это просто рекламный туристический трюк сделан такой. Это хороший сейчас, трюк. Сейчас у нас говорят по-настоящему, а у них по-настоящему. Нет, ну, как я говорю... Нет, сейчас во многих странах такие штучки это делают. Это. Не, вот 1 сентября... Ну, такого типа. Ну, можно, да. Вот 1 сентября у нас День знаний, а в Финляндии это День садомазо. И у них там демонстрации. Ну, это тоже нормально. Ну, это нормально. Но все-таки садомазо другая вещь. Я-то на самом деле не отрицаю, что роль личности в истории какая-то есть. И, конечно, если он занимает руководящий пост, он
больше, как бы его роль больше, чем там, обычного человека. Но я имею в виду, что тем не менее существуют еще и объективные обстоятельства, которые на самом деле вот таковы, а не другие. Ничего тут уже не сделаешь. Что страна была, видимо, в таком критическом положении, надо было что-то делать. Вот что придумали, то придумали люди тех времен. Ну вот что с них теперь взять? Это же не оправдание. Ты считаешь, что при Сталине надо было делать индустриализацию? Ну что делать? Ну не было ресурсов. Надо было где-то их брать. Были огромные ресурсы. Ну сейчас скорее, вот я говорю, что еще раз говорю, сейчас уже рассуждать об этом нам легко. А как вот в тех временах оказаться? Да. Страна пережила революцию, гражданскую войну. А зачем эту революцию делать? Подождите, Александр, зачем? Революцию не делали люди. Революция это как стихийное бедствие. Это стихийное бедствие. С неба свалилось. Нет, это стихийное бедствие. Не надо. Ну как? Стихийное бедствие, это рукотворное. Александр, давайте бедствие. Вы как бы заканчивайте. Ну, ну дайте автору договорить тогда. Да не, не, он поскольку говорит сейчас. Я уже хлопать собрался просто. Ну. Игорь, правда, хочет сказать. А да, я еще, мне кажется, тут и вот что надо принять во внимание. По поводу этого объективного обстояния дел, о котором постоянно говорит Булат. Видишь ли, одна из частей этого объективного обстояния дел состоит в том, что мы унаследовали от Византии не только форму христианства, но еще и, как сказать правильнее, эгрегор. Нет, знаю, практику администрировали. Я не знаю, что такое эгрегор. Вот, извините. Ну, это эгрегор. Вот. А унаследовали идею о том, что государство должно быть самым сильным игроком в стране. Ну, я говорю, выражаюсь современным языком, конечно, извините. Да? То есть государство должно быть самым сильным. Государство или его представители? Нет, именно государство. Потому что под государством имеется в виду административная система управления. Вот. Она должна быть самой сильной. Кто еще был в самой Византии? Еще была церковь, чрезвычайно сильная. Она была настолько сильна, что в принципе шла речь о симфонии, так называемой, между светской и церковной властью. То есть должна была быть некоторая раздел сфер влияния. И это было, кстати, даже закреплено чисто юридически. То есть были сферы жизни, в которых не было светского права вообще, а было только церковное. Например, вся семейная жизнь регулировалась церковными законами, а светских законов не было вовсе. Домострой? Нет, это не домострой. Домострой это вообще довольно поздняя штука, именно в России написанная. Вот. Я только к чему говорю, да, что в самой Византии еще некоторый баланс властей как бы был. Россия восприняла идею сильного государства без идеи этого самого баланса. И вполне успешно и последовательно эту идею проводила на протяжении, вот, ну не сказать, что всей своей истории, да, но на протяжении, по крайней мере, с момента возникновения Московского царства, это совершенно точно. Просто администрация, государство, конечно, в лице своего верховного представителя, а именно царя или потом императора, да, является самым сильным игроком на поле. Почему это важно? Потому что, например, в Европе, при всем сходстве средневековой истории наших, было существенное отличие. Потому что были бароны, были... Был римский папа, который... Был римский папа. Были вольные города, были имперские были города. Были вольные города. Были университеты. В России тоже были вольные были города. Были университеты. Извините, но одно дело, как поступал какой-нибудь французский король с вольным городом. Он приходил в этот вольный город и подписывал грамоту. Я уже, кажется, рассказывал. Да. Подписывал, рассказывал. Что делал Иван Грозный, сталкиваясь с вольным городом? Всех убить, город сжечь. Почему? Потому что я здесь должен быть самый главный. И все. Никаких субъектов, которые будут со мной какие-то вести переговоры, какие-то ставить условия, не будет и не должно быть. Поэтому, как бы само по себе, ну это всего лишь одна из моделей построения государства. Само по себе вроде бы и нормально. Но у этого есть одно неприятное следствие. Это неприятное следствие состоит в том, что если тебе нужно проводить какое-то... в общем, кто является источником развития?
Кто является источником развития в такой стране, в таком государстве? Ответ. Один вот этот самый вседержитель. Его воля может начать модернизацию или остановить модернизацию. Реально может остановить или начать. Безо всяких яких. Нет источников других, которые... Объективно верно. Объективную сторону. Я, к сожалению, эту точку зрения не разделяю. Да, объективную сторону сказать. На самом деле Россия... Объективную сторону? Не надо вот ля-ля, что ты сейчас рассказываешь какую-то объективную точку зрения. Ты рассказываешь другую точку зрения. С моей точки зрения. Россия – это страна рискованного земледелия. Это суровые зимы, огромные расстояния. И на самом деле управлять, что ей эффективно может только административным способом. На самом деле то, что творится в нашей стране, и то, что в итоге всей этой демократизации мы опять вернулись к строгой вертикали власти, это на самом деле неизбежность того, какова наша страна чисто климатически, это в смысле как бы географически и прочее. То есть есть объективные обстоятельства, почему каждый раз восстанавливается одна и та же вертикаль. Это неправильно. Подождите. Допустим, это неправильно. Вот это вот точка зрения. Ну, не каждый раз. В смысле, я, извини, перебил тебя в том плане, что каждый раз устанавливается. Каждый раз. Слово «каждый раз» неправильно. Но. Как раз географические и климатические основания дают меньше всего права устраивать жесткую централизованную власть. Вот Игорь приводил безупречный пример. Нет, не развалится. Она развалилась, СССР развалилась. Подождите, не надо путать вообще Божий дар и яичницу. Есть конкретные причины тех или иных событий, их надо смотреть. Она развалилась не потому, что центральная власть была слабая. Оставим это. Конкретный пример, который приводил Игорь. Центральная власть в лице Петра Первого пришла на Поморье и сказала, что за херню здесь эти идиоты строят. Надо строить так, как голландцы строят. И по-своему он был прав, между прочим. Почему? Потому что голландское кораблестроение сделало возможным вот эти великие географические открытия, вот, и дальнее мореплавание в теплых морях. Да, но это было совершенно неадекватно местным условиям. Теплые моря. И попытки строить то же самое для северных морей закончилось чем? Массовым голодом. А эти хрени оказались совершенно бесполезны. Вот тебе центральная власть. Поэтому единственный способ выжить в большой стране со сложной географией, это как раз наоборот. Как можно полнее делиться полномочиями с местами. Потому что люди на местах, вот они понимают, какие им корабли надо строить. А центральная власть этого не понимает. По очень уважительной причине. Слишком далеко и слишком другие условия. Поэтому из Москвы диктовать, какую рыбу надо ловить или не ловить во Владивостоке, это бред сумасшедший. Диктовать не надо. Пусть они там сами это делают. Никто не говорит, на самом деле, что, конечно же, есть... Не надо создавать централизацию для всего. А у тебя не получится. Точно так же, как ты большевики пойми. Говорили, на то, как держать власть. Нельзя. Давайте если ты централизацию берешь в качестве принципа, то ты не сможешь из этого делать исключение. Не сможешь. Ну хорошо, да вот это согласно тебе, я не смогу. Хорошо. Просто вот была да такая. Не, да не согласна, когда послушать, был просвещенный государь такая, Екатерина Великая. Она переписывалась с Вольтером, как бы, и вообще как бы переписывалась с этим, по-моему, с этим, с Дидро там. И она считала себя просвещенным государем и пыталась на самом деле в России провести вот эту линию просвещенного государя. И в итоге долгих как бы рассуждений там, и переписки с этими философами она пришла к выводу, что в России нереально на самом деле дать вот эту свободу на местах, что Россия за своих пространств, за свои климатические особенности всегда будет государством, которым требуется авторитарное руководство. Вот. А она была не глупая женщина, понимаешь? Она была не глупая женщина, но теперь посмотри. Почему ей эту мысль проводили Дидро, Вольтер и прочие замечательные чиновники? Они-то хотели, чтобы мы потому что это была их реальность. Потому что их короли с самого начала были вынуждены договариваться с баронами. Они были вынуждены договариваться с университетами. Они были вынуждены договариваться с церковью. Вынуждены. Да, как бы я еще просто... Они считали это за порядок вещей. Они этот порядок вещей сообщали Екатерине. Екатерина... вникла, посмотрела вокруг и сказала, да вы белины объелись.
С кем я буду договариваться? С кем я буду договариваться? Смотрите, давайте как-то... С этими, что ли? Да я не буду. Они не готовы. Конечно, она так решила. Все понятно. Просто... И французский король так решил, если бы он был, если бы он решал. Но он не решал, он был поставлен в другие условия. Какая моя логика? Я согласен принять что-то такое, что такое в том, что ты говоришь, действительно является разумным. И как бы на это просто есть другая точка зрения, которая говорит о том, что население живет на территории только так, как может жить, как дает ему возможность эта территория, как дает возможность ему окружающая обстановка и прочее. Что решает, конечно, правители что-то там, да, действительно их личные особенности влияют на развитие и курс государства. Все, конечно, так. Но на самом деле изначально, и как это относится к животным, как это относится к растениям, ко всем любым, к любой жизни везде, всегда люди или живые существа приспосабливаются к территории, приспосабливаются к условиям, на которых они живут. И то, как мы живем, на самом деле, это просто следствие того, что мы приспособились к той обстановке, в которой находимся. Не потому что кто-то ее искривляет, какой-то один могучий государь берет и что-то там крутит, вертит и портит. А потому что иначе на этой же территории, возможно, невозможно жить. Я еще не знаю, раз. Может быть, ты прав в чем-то. Еще раз. Я тебе говорю, что логика, есть другая логика. Логика объективные обстоятельства, которые влияют на то, как живет население. Вопрос не в том, что... смотри, мы с тобой расходимся по неправильному пункту. Я не говорю, что плохой царь может наломать много дров, а хороший царь может сделать что-то плохое. Я говорю не это. Я говорю другое. Я говорю, что изначально ситуация задана неверно. Она задана... одно из ее условий нужно просто устранить. Это условие, что государство является самым сильным игроком, решающим все на свете. Вот это неверно. Так что неверно? Ну как неверно? Глава государства. Не выжить здесь, возможно. Да возможно, нет. Условия жизни. Нет. Условия жизни. Нет, ничего подобного. Вы о разном спорите. Как раз, ты посмотри, если опираться на опыт каких-то успешных выживаний в своем... Больших государств. Скажи, какие большие государства еще есть? Штаты. 57-то штатов. Штаты. 70 существует практически каждый самостоятельно в рамках единого государства. Мексика тоже штаты. Штаты. Канада тоже штаты. Штаты, да. Тоже штаты. Это но когда они стали современные государства? Нет, Америка... А потом про древние государства. Подожди, почему здесь древние и не древние? Америка самый близкий, кстати, про Петра Первого говорю. Потому что оно сопоставимо вполне по размерам. И гораздо больше по населению. И выясняется, ну просто практика показывает, что гораздо правильнее этим управлять не централизованным государством, а федеративным государством. Просто Игорь Николаевич, вы говорите как Павлов, о собаке Павлова. То есть стимул, реакция. Вот. А Булат, по всей видимости, говорит о культуре. Это у нас сложилась культурная матрица. Может быть, когда-то условия были именно таковы, и мы со своей культурой не можем никак разорвать, и может быть, это и хорошо. Вот и все. Ну, знаете, то есть на этой территории жить действительно, как вы предлагаете, надо как штатами. Да, это... Вот, но это должен быть другой народ. Я не знаю. Почему? Я считаю, вот, например, смотрите, есть же северные корейцы и южные корейцы. Один и тот же народ, по сути, да? Но вот сегодня у северных корейцев, у их элиты есть твердое понимание, что она может существовать именно в той политической форме правления, которая может существовать. То есть вот это самое. Когда у тебя электричество есть только в одном городе страны. То есть во всех остальных городах нет электричества. Не очень хороший пример. А чего? Ну потому что это чисто американский проект, куда вкачано столько денег. Какой американский проект? Вкачано столько денег, на самом деле, специально. Не, очень много. Если бы у нас скачали столько денег, мы могли бы вполне поставить сами Южной Кореи. Слушай. Проблема-то состоит в том, что у нас огромная страна. И у нас постоянно существует... Ну как детский день? Нехватка ресурсов. Так нет, нехватка ресурсов. Ладно, у нас нехватка ресурсов. Да. У нас. Зашибись, какая нехватка ресурсов. Каких ресурсов? Я имею в виду людских ресурсов. Только людских. Остальных всех у нас переизбыток. Да никакой не переизбыток. Если бы мы переизбыток, вот. Жили бы мы... Нет, это страшно, я вот, Игорь Николаевич. Вот, про религию договорю, да? Вот, кстати, про Петра же вы говорили, вот религиозная власть, да, и светская власть, да? Так, собственно говоря, же Петр Первый же соединил и сделал, бюрократизировал церковь.
И при нем же 200 лет, вот после Петра, не было патриарха, страна да. была это, патриарха, соединена. Да. Вот как вы это ну, расскажете? Нет, с этой то, нет, тут нет, все вот это есть, что не было, не было альтернативы государственному. А, нет, все было в этом смысле очень просто. Дело в том, была что... альтернатива у Петра? Нет, смотрите, дело вот в чем. Сам институт патриаршества, когда он появился на Руси, это привело на самом деле только к ослаблению церкви. Я могу объяснить почему. Значит, смотрите, вот сидит где-то епископ, не знаю, там в Новгороде или в Рязани, там, в любом крупном городе. Да? Он обладает некоторой властью, этот епископ. Тут к нему обращается местный князь, который, в общем-то, в военном отношении неизмеримо сильнее, но все-таки обязан считаться с епископом. И начинает на епископа давить, что там приятель, давай-ка сделаем вот так-то. Да? Ты там, например, публично поддержишь там какое-то мое начинание. Епископ ему говорит, ты знаешь, я бы со всей душой. Вот просто со всей душой. Но я человек подневольный. В Константинополе сидит мой начальник, который мне запрещает это делать. Поддерживать такого, такие вещи. Конечно, митрополит этот врет, епископ. Он врет, потому что он не считает нужным поддерживать и князя. Он вообще хочет выступить против этой затеи. Но впрямую, чтобы не идти на прямую конфронтацию, он ссылается на начальника, который сидит в Константинополе, и князь, понятно, до этого начальника добраться не может, и на него надавить. Поэтому, как бы, здесь маневра у церкви было больше. Она так вот тихой сапой, боком, как-то криво-косо сопротивлялась государственной власти. После того, как патриарх стал сугубо российским, да, то есть у него уже не было вышестоящего начальника, у него как бы поле возможностей вот, маневра в столкновении с центральной властью как раз снизилось. А тут еще как бы Московское царство резко начало укрепляться, и, собственно говоря, патриархию начало пододвигать. Но как бы патриархия и вообще церковь сохраняла некоторую самостоятельность, некоторую силу действительно до эпохи Петра. Потому что только Петр полностью подавил церковь. То есть он сделал что? Он превратил церковь в один из как бы, департаментов государственного управления. Все, он полностью был ему под контролем. Если раньше хоть как-то, хоть призрачно, хоть временами, это все-таки было самостоятельное учреждение, после Петра это полностью, полностью подконтрольное. Я, кстати, хотел заметить, что в Европе было все-таки наоборот. В Европе же папа же назначал королей там, да, и как раз наоборот не было там никакого баланса власти. Нет, 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 ну нет. Как так? Мы же знаем, что это анекдотические преувеличения. Ну вот у них было... это преувеличение, а у нас это не преувеличение. Нет, ну, вспомним Никона, что... Никона вспомнил. Ну, что Алексей Никон? Михайлович вообще как, почему попал в опалу-то? Потому что он посчитал, что Алексей Михайлович должен вообще-то его слушаться, да, как бы, потому что на Руси первый вообще-то Никон. А не царь. Царь как бы вот тут, ну так на самом деле, вот, исторически ведь именно в этом состоит там разногласие-то, что Никон слишком много на себя взял по мнению царя. То есть вот в какое-то время Алексей Михайлович был там молодым человеком, и он слушался во всем Никона. И Никон вообще считал себя царем, ну как бы так, в кавычках царем, да, и он как бы правил. И, собственно, возможно, вот этот вот раскол как раз и состоял в том, что вот эту патриаршую власть действительно подвинули на второе место. Точно так же было в Европе. Были папы. Папы решали все. Ну, конечно, были свободные города, понятно, не все так просто. Но, тем не менее, папы назначали королей. Ну, слушай, ну... А короли должны были приходить к ним? На протяжении всей истории сколько раз такое было, чтобы папа кого-то назначал? Ну, папа не никого назначил. Папа никогда никого не назначал. Ну, Карла Великого назначал. Что папа назначил кого? Кого? Какого Карла Великого? Помазал. Чем он? Чем он его назначил? В 800 году. Ну, там не назначение, скорее. Ну, не в том смысле назначение, а что он должен был пройти. Пройти как бы некого рода... Ну да, римский император до той поры, пока он не был коронован в Риме, а его сейчас туда не пускали, он носил звание римского короля, как ни странно. Но при этом благополучно управлял своей империей. Ну что управлял? Та история, какой-то там король стоял на коленях, там, который Достоевский вспоминает, это кто был? Ну был такой период, да. Да, там.
несколько дней перед этим и резиденции стояла на колени. Совершенно верно. Так еще раз, так это только лишний раз свидетельствует, что церковь была сильна. Она была настолько сильна, что слабого короля Папа Римский мог подмять. Я вот ничего хорошего не вижу. Подожди. А сильного короля не мог. Сильный король мог себе, так сказать, наоборот, наступить Папе Римскому на хвост. Вплоть до, не знаю, там, если ты хочешь тоже яркого примера, но даже черт с ним с авиньонским пленением, да, когда Наполеон решил, уболтал, что называется, да, Папа Римский собирался разве короновать Наполеона в качестве императора Франции? Да нисколько. Но Наполеон был настолько силен, что папа сказал, окей, хорошо, короную. Согласились, да? Но во время процедуры что сделал Наполеон? Он вообще сделал чистое хамство. Он как бы вырвал у него из рук корону и сказал, я сам себя короную в качестве императора. И Папа Римский был вынужден скушать это. Ну, так это же вот то, что ты говоришь. Все потому, что он был как бы слабее, чем этот сильный. Нет, значит, баланса. Опять же, нет. Ну, ладно, мы просто... Подожди, давайте я последний раз скажу. Я считаю, что вот это соотношение светской власти и власти духовной, оно не имеет значения, на самом деле. Я думаю, что вот это привнесено некой дискуссии, как будто бы это имеет такое значение. Потому что и в Европе было по-разному, и папа там верховодил, и в конце концов короли отбились от рук, да, и папа перестал иметь. Это Игорь говорит не о том, Игорь говорит о том, что это не имеет значения. О многообразии центров силы. Согласен. А в России не было этого многообразия. Не было многообразия, с этим надо согласиться. Да. О, это главное. Но поэтому я считаю, что почему этого многообразия не было, почему в Европе оно было, потому что там условия позволяли ему быть. А я считаю, что вот на территории огромной страны, сложной, там, по многим причинам, ее нам нужно было вот администрирование как бы централизованное. Ну, это так условие. Не нужно. Да зачем это нужно? Ну, ты пойми. Вот зачем ее централизованно большие расстояния, пока ты сообщение пошлёшь в конец страны. Там, так тем более. Какой смысл, какой тебе смысл издавать распоряжение, которое через месяц туда... Отделиться от государства. Кто в советское отделится? Время Сибирь хотела отделиться. Были такие проекты. Ну пусть отделится-то.